6 октября в конференц-зале Национального центра онкологии при поддержке «Олимпус» всемирно известного концерна, специализирующегося в области ранней диагностики и в методике малоинвазивного лечения, начал работу второй Бакинский эндоскопический форум. Выступивший на открытии форума главврач НЦО профессор Азат Керимли предоставил участникам форума информацию о деятельности центра. Было отмечено, что руководство страны уделяет постоянное внимание заботе Национальному центру онкологии, который является ведущим специализированным медицинским учреждением по оказанию онкологической помощи не только населению республики, но и стран региона, а также осуществляющей научно-методические и профилактические работы. Мероприятие продолжилось докладами «Детская эндоскопия в Национальном центре онкологии», «Новые методики в ранней диагностике и лечении колоректальных новообразований», «Роль эндоскопического УЗИ в диагностике рака желудка» и другие. На мероприятии из операционной комнаты в режиме онлайн была организована трансляция эндоскопической операции. Решение врачам-слушателям форума будут вручены соответствующие сертификаты. Отметим, что первый Бакинский эндоскопический форум состоялся в феврале прошлого года. Севда Джафарова, Усал Тагиев, Гумбат Мамедов, Азартач.